Доброе утро! Сегодня буду заводить большую пиццу на большой противень. У меня здесь 300 мл теплой водички, 2 столовые ложечки сахара, чайная ложечка соли, столовая ложечка сухих дрожжей. Все это перемешали. Добавляем растительное масло 80 где-то миллилитров. Я уже знаю примерно сколько. Так, и добавляем муку 4-5 стаканов. Я пару не делаю, сразу все завожу вместе. И даю тесту постоять около часа. Потом я все выкладываю вот на такой противень большой, застеленный икеевским ковриком. Мне очень нравится, я им постоянно пользуюсь. Нарезала уже колбаску. Намажу тесто, кетчуп, майонез, колбаску, помидорки, сверху сыр. И где-то минут на 40. Все. Потом я вам покажу, что получилось. Очень-очень вкусно получается. Ни молока, ни яиц, ничего не надо. Тесто мягкое, нежное.